Антикризисная программа, которая уже несколько раз писана-переписана Минфином, вызывает просто недоумение. Сроки переносятся, программы урезаются, средства сокращаются. И все это синхронно со скачками цены на нефть. А кризис, кажется, все никак не уходит. Что это за программа такая, от чего она может помочь и куда правительство ведет экономику? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился независимый экономист, биржевой эксперт Владислав Жуковский. Стратегический вектор на деиндустриализацию, дезинтеграцию, деквалификацию рабочей силы, инфантилизацию населения, деградацию экономики, приватизацию производства, разрушение индустриального потенциала, вознос основных фондов, падение конкурентоспособности нашей экономики. Это как бы из пустого порожа спирог, это сжимается. У нас же нет стратегии создания точек роста, нет стратегии приумножения национального капитала. Не было, нет и не предвидится. Экономист приводит статистику. Когда нефть была дорогой, экономика разваливалась. Что уж говорить про дешевую нефть, Алексей Улюкаев только и делал, что ждал отскока и щупал дно. Но ничего не происходило. Даже если нефть будет 25, нам с вами от этого не будет вообще ничего. Нам не было ничего ни при 80 долларов, ни при 100, ни при 110. 110 долларов были в период 2001 по 2014 год. Что было в российской экономике? Темпы роста нашей экономики упали с 4,5 до 0,8%. Наша экономика затухала. Мы вошли в рецессию при стабильной дорогой нефти. Это не антикризисная программа, там нет вообще ничего антикризисного. Нет вообще ничего. Нет, тем более программы повышения уровня жизни населения и нормальной распределительной фискальной системы от сферы богатых в пользу среднего класса. А когда рынок внутренне сжимается, когда покупательская способность снижает, когда доходы и качество жизни падают, когда народ деградирует, финитивизирует, запуганный, и все его мысли свелись к тому, сколько стоит нефть, и как бы побороться с зарубежным пармезаном, с кроссками Обама, но уже как бы уже ничего не сделать. Как итог, антикризисная программа не имеет ничего общего не только с реалиями, но и с развитием страны и экономики в будущем. Владислав Жуковский уверен, в антикризисной программе на борьбу с кризисом направлено только ее название. У нас вся макроэкономическая политика антикризисная, пресловутая в кавычках, не является ни политикой, ни программой, ни стратегией, ни что более антикризисной. Власть к тому, как бы залечь наиболее изящно или менее изящно в карманы дорогим россиянам, малому бизнесу и самозанятым и реальному сектору, максимально переложить на плечи россиян бремя государственных социальных расходов, сделать максимально платными и минимально доступными, но и при этом еще повысить налоги, сборы, акцизы, пошлины. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».